Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Умерла целая эпоха. Ушел из жизни знаменитый актер. Любим всегда и навсегда. Знаменитый актер Джон Уизерспун скончался в возрасте 77 лет. 30 октября стало известно, что знаменитый голливудский актер Джон Уизерспун скончался в собственном доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили близкие артиста в официальном аккаунте в Twitter. «С глубокой скорбью мы должны написать это, но наш человек и отец Джон Уизерспун умер. Он был легендой в индустрии развлечений и отцом для всех, кто наблюдал за ним годы. Мы любим тебя. Всегда и навсегда», говорится в сообщении. Уточним, что на момент трагедии Уизерспун было 77 лет. Родился актер в Детройте, штат Мичиган. Карьеру начал в 70-е годы прошлого столетия. Успел сняться в таких фильмах, как «Пятница», «Следующая пятница» и «Еще одна пятница». Он также появлялся в таких лентах, как «Тысяча слов», «Шалун», «Улетный транспорт», «Доктор Дулиттл 2», «Вампир в Бруклине» и «Помидоры-убийцы наносят ответный удар». Искренние и глубокие соболезнования близким, родным, поклонникам. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.